Всем привет на канале Фарал ТВ. Компания Рыцарь. Задание Волки среди овец. Прохождение. Игры. Так, страж. Страж, как всегда, сражается за правое дело. Меч стража несет смерть врагам Эшфилда. На данный момент враги Эшфилда, это там у них викинги. Как я увидел это все дело. Также меняется несколько персонажей. Уровень компании. Ведется статистика. Значит, что выбрано? Второе дыхание, точные удары. Быстрое восстановление можно поставить. Жажда крови. Пассивное увеличение урона и защиты на 15 секунд после убийства героев. Так, ваши атаки наносят периодический урон в течение 30 секунд. Выбрать это, что ли, попробовать? Прочность. Минус урон. Смертность. Небольшое увеличение урона. Палач. Пассивное исцеление и незначительное увеличение урона в течение 15 секунд дается. Но наши атаки невозможно блокировать. Хорошо, выбрать это умение. Второе дыхание оставляю. 1-3. Ну, как бы так, готов. Приготовился. Серьезно настроены, конечно, рыцари. Кажется, что... Госпожа, зачем нам этот форт? Только победа их остановит. Он на сарай похож. Верно. Потому и нужен. Эти варвары... С виду хорошие люди. Помогают друг другу, как родичи. Но это все ложь. Ночь — время предательства. И для нас, и для них. И среди викингов есть волки. Мы же даруем им волю. Вопросов становилось все больше, ответов не прибавлялось. Катапульты! Толкайте таран! Сомнения были подобны смерти, но избежать их не удавалось. Только защищать таран и молиться.
Ну что ж, защитить таран. С какой стороны, интересно, атакуют? Вообще, как ты? Как ты? Так. Ясно, сопровождать. Идет захват тарана. С какой стороны вообще? Кто это? Вот как жестко двигают. Жестко двигают таран. Интересно, что за колеса такие у них. Дерево, скорее всего. Так. Тут бы живым бы еще остаться. Так, ну где кто? Кто уходит? Хватает выносливости. Вот. Вот. Вот то, что нужно было сделать. То есть на какое-то время усиливается. А, вот оно в чем дело. А можно ли их обойти? Нужно даже войти. Мы продвигались вглубь территории врага. Пути назад не было. Состояние тарана пока что обнадеживает. Добивающие удары. Быстро нажимаете кнопки. Клавиши и... Родитесь на победу. Так, защищайте таран. Оранжевый, так обо мы. От кого защищать? С левого фланга, скорее всего, лучники, наверное. Идет захват тарана. Плюс 50 уже хорошо. Контрольный захват. Похоже. Похоже на то. Сделал скриншоты. Такс. Вздохнуть и выдохнуть. Ух ты. Слышится обутки. Вот чевой. Защищаем таран. Резко попался этот раз. Ух ты. Ну тоже не такие простые. Так, уходи, уходи, уходи. Во-первых, восстановиться надо. Я уже это знаю все. И во-вторых. Так перемещается как резво. Плюс 100. Резвяк такой. Резвачок. Так. Как же я пропустил? Пропустил вот этих моих друзей. И что-то я здесь... Да-да-да-да. Солдат убивают! В
Ну-ка, забирает. Ух ты, выносливости. Но я его почти его. Ну, комбо, комбо. Все-таки восстанавливается восстановление. Похоже на то. Там вот лучники. Ух ты. Как так? Как так-то? Он меня убил. Он меня убил. Защищаю таран. Восстановление выносливости. Так. Супер комбо. Интересно, где этот лучник? Хорошо прикрыли. Хорошо. Состояние тарана все хуже. Мы знали, что через день в Свернгард прибудет флот викингов. Их армия уничтожила бы нас. Я собиралась уйти задолго до них. Да почти всех уже за это вали. Так, состояние тарана, защищайте таран, да все. Я так понял, пока. Пока не перерубимся. Так, поехали дальше. Уже как бы повеселее пошло дело. Что так, он был ударный очень. Так, мы достигли того, что хотели. Мы должны были защищать Таран. Выполнили свою задачу. Харма-арма. Тарабарщина. С
самое главное действие. Че себе? Че, заклинило, что ли? Давайте. Кто смелый? Замечательная вещь. Дуэль. Гудмундр. 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 Ярл этих викингов. Гудмундр, ты как-то поаккуратнее бы, так и нельзя. Человека избивает. Я восстанавливаться даже не успеваю. Так, а ну-ка вот это попробуй. Все-таки такие удары. Неожиданные. Блин. Щиты не исполняют. За выносливость я вообще молчу. А вот он должен... Нет, догонит пули рыцаря в доспехах. Вот успел последнее. Все-таки кровожадные. Все. Ах, тут полная победа. Что, начать дуэль? Примерно тактика была понятна. Но выносливости не хватает, конечно. Долго тут. Что-то получилось. Тактика боя уже меняется. Скинули. Так он не должен его, видимо, побеждать. Делов-то на 30 секунд. Вставай, дружище. Мы прорвались внутрь. Викинги были обречены. На то и был расчет. Я уже участвовал в штурмах. Чего же было так тревожно?
знаю, что это за блок. За этого у меня забил он. Сейчас. Мы прорвались внутрь. Викинги были обречены. Но на то и был расчет. Я уже участвовал в штурмах. Отчего же было так тревожно? Ух ты, 125 плюс. Отлично. Восстановление. Выносливость все-таки играет большую роль в этом деле. Так просто не помашешь. Хо-хо. Давай обратно. Так, тем не менее, доберитесь до внутренних ворот. С кем мы сражаемся? Так. Наотмашь. Бью тебя наотмашь. Так, немного чего-то там. Интересно, есть ли здесь эти места важное сканирование? Ух ты, лучники. Когда бы добраться бы. Песий друг. Готовься к смерти. Да к чему же еще готовиться-то? Как не к смерти? Кусил. Слушай, кусается еще. Запоздалые удары какие-то делаешь. Сейчас Сигизмунд Гурмундер. Нет. Не, вариантов нет. Сейчас сгинет. Шара тоже умный. Ты силен, Гудмундер. Так. Поймешь. Держись. Восстановление. Ух ты. Даже еще не все. Конкретный бой. Сам не стал.
ждало меня в тот день. Так, стоп, стоп, стоп. Ресурсы. Разрушаемые объекты. Важные объекты, что-то я не вижу. Как-то же должны определиться. Или... Махнуть не можешь, что ли? Мы должны победить. 50. 50, ну ничего. Так, мы победим. Побеждаем. Так. Ничего важного такого не вижу. Идите, важные объекты. Волки среди овец. Так, так, так. Ясно. Вот еще. Мечик. Меч кованный. Скорее всего, именной. Ну что, давай за... закончим начатое. Новая задача. Иди сюда, супербосс. Вставай, 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 вставай. Добивай этого на ходу. Все потеряно. Ну, еще. Все. Это уже точно конец. Попробуйте еще раз. А не хватало вас совсем чуть-чуть? Этот момент самый. Это все. Он тоже что-то там принимает. Какие-то эти. Блин. Не дай тебе восстановиться надо. Уходим, уходим.
Плюс 300. Ты храбрый воин. Срази тебя, хень! Так, группировка. Зачем мы тут? Ты ведь знаешь. Голод. Здесь хранят зерно. Новый урожай будет лишь на следующий год. К зиме они перебьют друг друга ради остатков еды. Я клялся биться за мир. Как и ты. Как все мы. Это еда. Почему не сжечь все? Что сделают кланы, если лишить их всех запасов? Будут голодать. Умрут. Объединяться. Оставь чуть-чуть. Для двух или трех кланов. Они разорвут друг друга в клочья. Сильные сожрут слабых. Зачем убивать, если можно показать им, кто они? Освободить их. Нам пора домой. Ну что ж, кампания за рыцаря пройдена. Всем спасибо и пока.